Вообще, какое-то время назад, лет 10 назад, я познакомился с творчеством Ким Ки-дука. Этот северокорейский режиссер меня очень впечатлил своей необычностью, наверное, подачи киноматериала. И вот поскольку я считаю, что где-то культуры все-таки схожи, там Корея, там Япония, там Китай и так далее, я считаю, что этот фильм, он где-то будет вот очень мудрым. И я думаю, что если кино интеллектуальное, если кино красивое по картинке, а то, что оно красивое, я не сомневаюсь, я думаю, что мы все получим большое удовольствие от просмотра.